Рад всех приветствовать на своем канале. У меня сегодня завершающая видеообзорная акустики для персонального рабочего места. Вот нижний ряд линейки. Ряд, по сути, самый дорогой. Начнем кратенько с модели 2.1 FND F380X 54 Вт. Достаточно неплохие частотные характеристики от 30 Гц до 20 кГц, 54 Вт. Тип акустики 2.1, материал пластик. Вот такой интересный фронт представила нам компания F&D. Сателлиты выполнены в похожем стиле. На борту Bluetooth. Понятно, возможность USB разъемов. Понятно, пульт дистанционного управления. Понятно, сервис у нас plug and play. Ну и классика теперь уже это FM радио на борту. Рядом стоит более скромная модель, это талончики 2.1 S-Line, SCP-500 9 Вт 2.1. У них сателлиты зашиты в ткань. Ну а из-за того, что места было немного, взяли SAP, положили боком. Нет, не боком. Он такой вот у них небольшой. Он просто горизонтальный. Небольшой динамик, легкая коробочка. Ну, то есть, соответствующая цена, соответствующее качество и мощность. От 50 Гц до 20 кГц. Далее у нас колонки Sven, ставшие уже нашей знаменитостью, да? SPS 702 40 Вт. Грили у них не съемные. Посмотреть, что там скрывается, мы не сможем. Но по контуру видим, что широкополосный динамик и пищалочка у нас здесь. Да. Вот. В принципе, органы управления располагаются во фронтальной панели, это видно. От 40 Гц до 22 кГц данная модель может выжить. Далее у нас младшие братья CPS, SPS 621-28 Вт. Ну, понятно, меньше размер, меньше мощность. Ну и понятно, частота характеристика уже 60 Гц до 20 кГц. Далее идут у нас с вами 2.1, MS-302, новый формат, от 40 до 20, 40 Вт. Вот. Эту модель мы уже видели. У нее у нас массивный дисплей впереди, информативный экран, ручка громкости, ну, основной дисплей, основные слоты карты памяти, USB, вот такие интересные сателлиты. Далее идет более мощный уже собрат данной версии MS. Это 2050, 55 Вт от 45 Гц до 20 кГц, 2.1, уже более мощный аппарат. Понятно, что вуфер у него в передней части. В общем, достаточно мощный и интересный. Почему только от 45 Гц? При том, что здесь нет вуфера, но он от 40. Вот это для меня остается загадкой. Вроде бы за дело интересное, а почему-то частотка хуже. Колонки F&D R60BT мы с вами уже озвучивали. Они пока остаются здесь без изменений. Очень красивом качественном корпусе, выполнены с такими пластиковыми вставками под дерево. Это материал МДФ. Такой прогрессивный дизайн. Очень интересно на них смотреть, за ними наблюдать. От 40 Гц до 20 кГц 120 Вт. Здесь уже Bluetooth на борту и технология NFS, то есть это Near Function Connection. То есть это через Bluetooth работа по коннекту рядом находящихся устройств для воспроизведения. Вот. Пихнули вот такой интересный аппарат Sven. Да, он у нас уже был на обзоре. Вот, с классическими двумя видами сверху. Слотами для USB и для карты памяти. Здесь все стандартно. Вот. Единственное, только интересный такой, как будто волна разрезает пополам сам этот корпус. Вот. Динамик басовый
выполнен с правой стороны. Новая акустика. Не помню, чтобы она здесь была. R1700 BTS, 66 Вт. Вот. От 52 Гц работа идет. Грили здесь съемные. Вот. Можно посмотреть. По-моему, я не помню, по-моему, обзор был. Но тем не менее. Вот такая красота. Фазоинвертор передней части. Вот. Не очень удобно на самом деле грили, потому что сложно на место их одевать, не взглянув купиновым иголкам, чтобы попадали разъемы. Вот. Дальше у нас колонки, уже зарекомендовавшие себя. Это 2.0 Creative Gigavox T40 серия 2, 32 Вт, MDF, 50 Гц, 32 Вт, до 20 кГц. Вот такая красота. Вот такие основные органы управления располагаются по фронту. Грили съемные. То есть можно спокойно гриль снять и увидеть. Колонки мощные. Колонки прекрасно выполнены. Очень красивое. Вот такое глянцевое стекло. Вот. Широкополосные два динамика. 6. Обратите внимание. Не 4, да, как обычно, а 6 иголок. Вот такая сетка интересная. Очень легко одевается, очень легко закрывается. Удобно, качественно, ну и цена соответствующая. Далее у нас колонки A-Slime ACP500. 9-ваттники, похожие на те, что у нас были. Достаточно простой корпус, от 50 Гц, ну, бюджетный вариант. Колонки 2.0 Edifier R2050DB, 150 Вт от 42 Гц. Мы о них говорили уже, они по-прежнему здесь покоятся с органами управления сбоку. И последний у нас в данной группе нижней ценовой категории линейки MicroLab. Интересная версия FC530U, 64 Вт от 35 Гц. Достаточно плохая частотка, очень хорошо сделаны, материал МДФ, вставки под дерево, вот. Сателлиты выполнены в едином варианте с басовым динамиком, гриль, не помню, вроде бы снимается, но не буду рвать, вот. Басовый динамик по фронту, основные органы управления у нас в этой части. Вот такая красота. Данная линейка именно нижняя, располагается по нижнему ряду, линеечка премиум, так или иначе, поэтому, пожалуйста, все есть в наличии, магазин DNS Гипер, Ленина 122, город Тула, корпус 1. Всем удачи, успехов, до новых встреч, пока.